Доброе утро, дорогие друзья. Ну, пришло время познакомиться с нашими гостями, которых мы сегодня ждали с самого раннего утра. С артистом, певцом Василием Сушко. Доброе утро. Доброе утро. Он заглянул нам в студию не один. Он пришел с презентацией клипа и с людьми, которые, собственно говоря, этот клип, наверное, для него и снимали вместе с ним. Это режиссер Денис Жигунов и оператор Евгений Федоров. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста. Светлана, извините, я хочу вам подарить... букет. Василий, можно я буду вас теперь так называть? Да. Вы знаете, я вам скажу, это вот прям просто так без повода просто, вы решили? Да. Вы такой джентльмен. Да. Дорогие телезрители, я, конечно, забыла все слова, все вопросы, потому что впервые за 25 лет моей работы на телевидении без повода мне гости дарят цветы. Это очень приятно, впервые. Конечно. Ой, Василий, я вас не забуду никогда. Теперь о клипе. О вопросах, да. Теперь о вопросах. Скажите, пожалуйста, что вот нашим зрителям нужно о вас узнать? Вот начните сами. И о коллегах, и о себе. Лично обо мне можно, ну, я скажу, узнать то, что я автор и исполнитель своих песен. А все остальное обо мне скажут мои песни. Василий, а как давно вы занимаетесь этим? Вот вы знаете, я вот, если брать очень такую большую длинную историю, я занимаюсь 7 лет, играю на гитаре. В тинейджерском возрасте у нас был вокально-инструментальный ансамбль. А когда ушел в армию, после армии 30 лет не доставал гитару просто вот вообще. А теперь вот уже это все началось, и написание песен, и концертная деятельность. Копили с февраля 2017 года, то есть 2 года. Я вот хочу обратиться к парням, которые пришли вместе с вами. Сегодня мы будем представлять клип, который, я так понимаю, ребята, именно вы сняли, да? Расскажите, что это за песня? Василий, это давно написана песня вами, как она давно появилась? Да, она все песни недавно. Она в течение, наверное, может быть, год назад появилась. Кстати, вот хотел заострить внимание, что аранжировку к этой песне делал наш замечательный музыкант и композитор Павел Клышевский. Замечательно. А теперь задайте вопрос. Люблю, когда говорят о коллегах и говорят хорошо. Да, Денис, Женя, расскажите, в чем идея, как вам доверили такой большой опыт 30-летний? И как это было? Вот прозвучало имя Павел Клышевский. Однажды Паша позвонил мне и говорит, вот у меня тут в студии замечательный композитор есть. Подъезжай, поговорите. В общем-то, так и началась история нашего сотрудничества с Василием. Ну, плодотворного. Композитор, ты не называй. Я себя ни поэтом, ни он композитором не считаю. Поэтому я просто автор-исполнитель. Спасибо вам большое за это. У нас очень многие считают себя композиторами и поэтами, которые ими не являются. Мы не говорим сейчас о настоящем. Да, если, собственно, о клипе говорить, есть у нас ностальгия по таким проектом, по такой кинопродукции, которая была 30 лет назад, но именно которая переосмыслена уже в современных реалиях. Давайте все-таки, это прямой эфир, мои дорогие, поэтому минуты бегут быстро. Это финал, так сказать, эфира, поэтому давайте об этом клипе конкретно. Что за история, кто герой? «Словно птица» называется. Да, «Словно птица». Как раз я и говорю об этом, что мы переосмысливаем это творчество доброе, вечное и честное, и мы делаем это в современных реалиях. Это и есть вот как раз «Словно птица», это позитив. Это интересное и доброе кино о хорошем настроении. Женя, птицы были в клипе, скажи? Где снимали клип, расскажите, как снимали? Ну, конечно же, на нашей улице всем известной, Зыбицкой. Ой, да, интересненько. Современненько. Да, было очень много людей, и было много массовки, и была массовка, которая присоединилась к нам, сами того не зная. Я вот хотел узнать, вот съемки клипа для вас, Василий, это что-то новое? Это вообще первый клип в вашей жизни, который снимается? 70 тысяч просмотров где-то, вот я читаю, интернет собрал. В общем, если так взять, на двух порталах уже более 300 тысяч. Клип «Словно птицы» — это был первый. Вот вчера вышел клип «Земные творцы». Это очень духовный такой клип и песня, которая говорит об ученых, о докторах, о рабочих, о кузнецах, о художниках, о композиторах. То есть вот я тоже рекомендую посмотреть. А так, в принципе, это вот два клипа. А сейчас вот выйдет еще к 8 марта «Чарунные девчины дамы» на белорусской мове. Но тоже вот парни будут снимать такой современный, снимать, да? Современный такой клип. Вот вы очень понравится. Хорошо, давайте, поскольку новости у нас всегда выходят вовремя, это живой эфир, поэтому у нас остается секунды сказать спасибо большое нашим гостям. И вам спасибо.
представит действительно клип. Василий Сушко сегодня представляет свой клип «Словно птица» с оператором Денисом Жигуновым, и, то есть наоборот, режиссером Денисом Жигуновым, оператором Евгением Федоровым. Друзья, всего доброго, хорошего понедельника. Не забудьте Татьянин день, 25 января. Всем хорошего дня. Спасибо. До свидания. Спасибо. Мы сказочно рады тому, что любовь запылала в груди. И будем беречь наше счастье, которое ждет впереди. Словно птицы в небесах летим влюбленные, воспевая наше счастье и любовь. А в житейских бед и сон заговоренные, только вместе будем счастливы с тобой. Несем мы свою любовь бережно, словно бесценный сосуд. Она в нас живет, и, надеемся, чувства вовек не умрут. Мы долгие годы любовь нашу будем в сердцах нести, друг другу дарить бесконечно заботу и радости. Словно птицы в небесах летим влюбленные, воспевая наше счастье и любовь. А житейских бед и сон заговоренные, только вместе будем счастливы с тобой. В танце любви взлетаем в руке рука. Любовь нас уносит все выше и выше за облака. Мы будем друг другу дарить всегда океан любви. Два любящих сердца останутся вместе навеки. Словно птицы в небесах летим влюбленные, воспевая наше счастье и любовь. От житейских бед и ссор заговоренные, только вместе будем счастливы с тобой. Словно птицы в небесах летим влюбленные, воспевая наше счастье. Только вместе будем счастливы.